Всем привет, с вами Крадлс, играем на Радмире на 11 сервере, и сегодня у нас будет продолжение пути от 500 тысяч до крузака. Сегодня, как всегда, ловля, я нахожусь около аукциона, нам надо вообще проверить, был ли слет. Возможно, поставим ставочку на аукцион, если, конечно, слетик уже был, ну а если не было, то поедем ловить квартиры. Что у нас здесь по аукциону? На дом уже 2800 стоит в батарео. Ну... Я не знаю, конечно, какой там дом. Если с огородом, то еще ладно. А вот без огорода такое себе. Но я так понимаю, слета не было, поэтому можно спокойно ехать и ловить свои квартиры. Но перед этим надо оплатить штрафик. И я вам хотел бы напомнить, что у меня есть промокод. Его можно ввести через команду P-коды. Крадл с большими буквами. Он вам дает 50 тысяч после отыгровки вроде как 7 часов. И также я накидываю бонусом. Но чтобы получить все бонусы, также бонус за... промокод, вам надо зарегистрироваться, ввести мой ник, отыграть его, отыграть промокод, и после того, как вы уже отыграли промокод, вы кидаете мне в ВК скриншотик, как вы его отыграли, пишите свой ник, счет, и я вам уже выдаю деньги, то есть 170 тысяч плюс 50 тысяч за промокод от системы. Поэтому дерзайте, все за вами. Ну а я сейчас поеду к ДПСу, наверное, и еще мне надо будет релогнуться, потому что я закинул сборочку со своей мини-картой, и так даже будет приятнее ловить, и я это все дело, мне кажется, даже быстрее замечу, то есть быстрее отреагирую на слет. Ну вот, я зашел, сразу меточки изменились, и я могу сказать то, что у меня конкуренция, ну вот только один чувак стоит, и все. То есть мы все квартиры, которые слетают в ГОС, делим на двоих. Ну, конечно, шансы, они больше все же, чем в предыдущие разы было. Вчера пробовал ловить, слетели как раз таки эти три падика, и один падик вот в том доме, он слетел как раз таки в ГОС. А вот эти три падика в аукцион. К сожалению, я зашел туда, там где был аукцион, но ничего страшного, бывает, я застрял в сугробе. Беда, конечно, ну ладно, сейчас я вылезу, наверное, попрошу Андрея, этого, который стоит со мной рядом, и надеюсь, он мне поможет, конечно. Ну и, наверное, включу запись только тогда, когда уже будет слет. Поэтому давайте ждать. Ребят, слетело просто уйма, куча квартир. Очень много слетело, очень. Прям почти что все подъезды. Все подъезды слетели, кроме одного, там около, ближе к ДПС самому. Так, теперь самое главное словить квартирку. Потому что словить квартирку — это то, что нам надо. Затем, зачем мы пришли сюда. Так, Никита, государство. Оп, аукцион, да что такое, я не понимаю. Третий этаж, хорошо. Уже все пишут плюс КВ, плюс КВ. Эх, надеюсь, мне перепадет хотя бы одна. Хотя бы одна. Четвертый этаж, давайте глянем, что здесь. Никита, Ростик. Ага, занято. Пятый этаж. Там еще один падик. Там еще падик. Оп, сюда, Санек. Роман. Нет, здесь нету, здесь нету. Ничего нету, вообще ничего нету. А, уже все раскупили. Ну, замечательно, просто. Здесь практически никого не было. Почти никого не было. Ну что, поздравляю. Стэн Лютер там кого-то поздравляет. Но никто ничего не словил. Ну, по крайней мере, я ничего не словил. Поэтому мне поздравлять нечего. Не знаю, может, здесь квартирки слетели. Возможно, возможно, нет. Опа, государство, ну-ка. Аукцион, она как раз таки слетела, вроде как. Не, в этом падике ничего не слетело. Но я, по крайней мере, прочекаю, потому что, возможно, в каком-нибудь подъезде-то и слетела квартирка. А в старых, то есть, падиках. Давайте здесь гляну. Авось, авось повезет. Но вообще, надо проверить все падики, которые здесь есть. Возможно, кто-то еще не купил. Так, государство. О, словил, да ну не верю. Вот, ребята, я уже какой раз убеждаюсь, что квартиры надо проверять. Обязательно. Хоть там чувак проверил, хоть не проверил, все равно. Возьмите, проверьте, на всякий случай. Возможно, она будет в госте. Мне вот повезло, вот сейчас повезло. В прошлый раз тоже повезло. Ну как повезло, я прочекал старый аукцион, и там нашлась квартирка, которая была как раз таки в госте. Ух, я это выполнил наконец-таки. Я уже какой день снимаю пустые слеты. Ну, понятное дело, я их выкладывать не буду, потому что, ну, толку от них.
ни профита, ничего, и просмотра у них просто не будет, я думаю. Ну что, теперь можно меня поздравить, так скажем. Так, у меня 2 миллиона 151 тысяча, на эти деньги можно купить... не знаю, что можно купить, но, по крайней мере, квартирку нам продать нужно. Я, кстати, здесь чувака встретил, он мне предложил вот за эти номера 37 миллионов, прикиньте, да? Не, ну я, конечно, может, продал бы, но мне номера вообще нравятся. Я бы, конечно, эти номера продал, но они мне слишком запали в душу, да даже за 50 миллионов будет продавать жалко. Это, конечно, все выгодно, это все профитно. Я их с ГОСа вообще словил. Вроде даже у меня где-то видосик завалялся. Можно даже, наверное, сделать бутшорс, как я словил этот номер. Потому что, я думаю, кому-нибудь, да и интересно это будет. Ну, наверное, давайте залетим в аукцион. Посмотрим вообще, что слетело. Возможно, дом, возможно, бизнес, возможно, гараж. И, наверное, гаражи проверю. Эконом-класса, понятное дело. Потому что средний элитный гараж мне, к сожалению... не хватит. Хотя, если сфинки снять, но мне сейчас ферма, на дом 24 миллиона затопили. Это много, я скажу, это много. Так, вот они, новые квартиры начинают с шестой страницы. Ага, ну, аукцион номер два. Опа-на. На него, по сути-то, особо много ставить-то и не будут. Поэтому можно как-нибудь денег насобирать и попробовать его завтра словить. Но не обещаю, что у меня получится. Но я лично бы забрал. А, да, забрал. У меня же ферма сейчас на мне. Ну, тогда получается не получится, так скажем. Давайте хотя бы посмотрим, чем по балансу на ферме. На ферме баланс 4 миллиона. Ну, у меня будет 6 миллионов. Может, в бонусах есть что-нибудь. В бонусах ничего нету. На счету тоже ничего нету. Поэтому на гаражик, к сожалению... не хватит по ГОСКе, если... на средний гараж, я имею в виду. Давайте к Бизу, что ли, подъедем, посмотрим вообще, аукцион там или он около БУ рынка среднего класса. Так, ну вроде как это вот этот аукцион. Вроде... да, он. Блин, такая красивая табличка, что он в ГОСе. Эх, так бы и купить, но... все не перепадает шанс вообще бизнес ГОС словить. Это, конечно, было бы круто, но... к сожалению, я еще не ловил, но мне, надеюсь, еще все предстоит. Что есть вообще в аукционе стоит? Я так понимаю, он не открывается даже, да? Аукцион. Вроде правильно команду написал. А она что-то и не открывается. Ну-ка, аукцион. Нет, не открывается. Здесь даже хилка пропала. Бис летел, и функционал тоже, кажись. А ну, банкомат работает? Банкомат работает. Ну ладно. Ладно. Тогда поехали чекать гаражи. Кстати, вот тот дом, который слетел вчера, на который поставили 20 миллионов. Это, конечно, чересчур. Но я не знаю вообще. Лично мне не кажется, то, что он стоит 24 миллиона. Вроде 24 там сейчас стоит. Да, 23 дом купить. У меня уже есть второй дом. Ну ладно, ладно, хорошо. Давайте поедем. А, сейчас ручку пожмем. Никите, сейчас я прочитаю правильно. Никите Трушникову, привет. Ну а мы едем чекать гаражи эконом-класса. Гаражики за больницей. Так, вот гаражики у нас, которые около банка в Арзамасе. Здесь тоже все занят. Хорошо. Гаражик около дома тоже занят, к сожалению. И все гаражи в Арзамасе чекнул. Осталось буквально за автосалоном, вроде там гаражи есть еще. Ну, Бусаева чекать, конечно... о, трамплин. Бусаева чекать не очень хочется, до туда еще ехать надо. Да я думаю, там уже все прочекали и словили, если даже что-то было даже в ГОСе. Но сейчас я, наверное, буду квартиру продавать, и когда уж найду покупателя, я включу запись, и продадим мы ее вместе. Итак, ребята, я нашел покупателя на квартиру за 1 200 000. 1 200 000, думаю, хорошая, отличная цена. Конечно, не 1,5 миллиона, но все же, как минимум, это уже миллион плюсом. Так, наша квартирка вроде как здесь. Мы уже с покупателем сидим в машине. 4-й этаж. Вроде как 4-й. Если я не ошибаюсь, конечно, но ничего страшного. Если ошибусь даже... так, sell my home. Или шкафчик проверить? Ладно, не буду. Только лишние деньги тратить. Sell my home 298. 1 200 000. 1, 2, 3. 1 200 000. Квартира 104.
А, значит, это не четвертый этаж, это всего скорее третий. Третий этаж, третий. Так, 104-й подъезд, квартира 10, 1 200 000. Все. Кинул, квартирка улетает. Один день оплаты, 350 000 госка. Все, спасибо. И у нас теперь 1 000 000. Ой, 3 347 000. Почти 3 350 000. Но это дело, конечно, все можно добить. Ловли квартир, как всегда. Думаю, буквально, ловли 2. И у нас, наверное, 1 000 000 так 5 точно будет, я уверен. Даже может 6, если повезет с продажей из квартиры. Ну, а на этом, наверное, мы будем завершать. Улов у нас хороший. Словили квартирку, продали ее за 1 200 000. Это плюсом 850 000. Это прям, хороший такой профит за видос, тем более, и тем более за такое время. Буквально за час плюс 850 000. Я думаю, это хорошо, это отлично. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачной ловли. Всем удачи и до скорых встреч.